хорошее дополнение, и я приглашаю постепенно к дискуссию. Да, у нас в дискуссии участвует Сергей, ты остаешься, Наталья подключится сейчас, и Татьяна Петренко, это директор по персоналу фирмы «Гален». Да, добрый день, коллеги. Да. Татьяна, приветствую. Да, Ирина, вы тоже с нами будете, да? Да. Супер, отлично. Так, ну и что? Сергей? А Сергей? Да, и Сергей, конечно, с нами. Я здесь. Да, да. Друзья, ну, давайте подискутируем, когда и зачем это нужно. Я на себя немножко возьму провокативную функцию, буду вообще скептически относиться к данному инструменту и задавать вам вопросы, потому что вы очень слишком такие радостные и вдохновленные этим инструментом. Вот. Давайте просто посмотрим на практику жизни. Да? Действительно это что-то новое? Да? Действительно ли это такое прям революционное, что вот стоит выносить на флаг? Да? Почему я так говорю? Да? Для меня... я в холдинговой структуре возглавлял SMB и администрировал систему управления по целям вот, в большом холдинге, да, там, компании. Вот. И что мы делали? Мы говорили, вот, ребят, есть мониторные показатели, на которые мы смотрим, но деньги за которые вы не получаете. Вот. И есть KPI, за которые вы получаете зарплату. Да? И мы вот с этой идеологией жили, ну, вот это был там 2008-2009 год. Да, не называли ничего ОКР, по большому счету, да, и просто говорили, вот морковка спереди, там деньги, морковка сзади ОКР, ну не ОКР, а вот эти мониторные показатели, которые на еженедельной там основе мы там отсматриваем и не даем вам никуда отступить вправо-влево. А насколько действительно это какая-то новая принципиальная важная сущность, вот, требующая именно такой автономного отношение к ней, да, вот, либо это вот какая-то, знаете, как вот фантики, переупаковка уже понятного и используемого инструментария. Угу. Да, Наталья. Да, можно я просто, меня прям сразу зацепило, вот если вслушаться в слова, да, которыми вы описывали систему, да, про морковку спереди, морковку сзади, и вы не давали людям с помощью вот этих метрик, не давали людям шаг вправо, шаг влево, да, то есть вы им назначили эти метрики, и они должны их выполнять. И вот, наверное, отличие OKR на уровне майндсета, на уровне идеологии, он кардинально другой. Понимаете? Как раз-таки в OKR никто сверху цели не ставит. И никто не... сейчас слово, да, которое вы использовали. Вот их никто в рамки вот эти не вгоняет. Да? Посыл вообще изначально другой идет на уровне ценностей. Мы как команда, мы дерзко ставим себе вот такие цели. И как я услышала от одного из... знакомых, что ну, лучше я больше ведь цель поставлю, больше не меньше. Понимаете, вот такой посыл может появиться только в компании, где нет этого страха наказания за невыполнение, где поощряется вот эта дерзость и растяжка. И там тогда, естественно, вот такие результаты. То есть отличие в ценностях. Спасибо, Наталья. Еще дополните, пожалуйста, Сергей. Коллеги. Да, прошу, Сергей, да. Потом... Слушай, ну, Кость, так на самом деле менеджмент... То есть, как это, мы все более, с годами мы просто все более и более изощренные методы менеджмента придумываем. Вот смотри, почему OKR появилась-то? Простой ответ. MBO и KPI – классная система, но окружение изменилось. То есть, все стало быстрее развиваться, то есть, компании стали появляться и умирать быстрее, быстрее появляются эти единороги и так далее, и так далее. Мир поменялся. Как следствие, нам MBO-то, он хорош, надо его просто доработать. В чем доработка заключалась? Вот смотри, если бы OKR не появился, возьмем какое-нибудь подразделение развития, ну, блин, айтишную команду. Если мы-то что хотим? Чтобы они улучшали жизнь клиента, не просто кнопки вот эти, программки писали и так далее, а реально как бы улучшали жизнь клиента. В концепции MBO мы такие, ребята, там метрики, все показали, и такие, и они на год себе план проработали. Ну, как бы на год вот MBO-шную цель. Ну, хорошо, ладно, на квартал. Но все равно они там все поставили и тащат. Середина квартала, а вообще никакого улучшения. Они продолжают тарабанить как бы все, что изначально придумали. Нам потребовалась система более жесткая по отношению к тому, что мы что-то не то делаем в изменчивом мире.
в OKR, они каждую неделю, мы их собираем и говорим, смотрите, никак не изменились метрики, вы вообще что-то не то делаете. Они такие, ну как же вот планы, вот это, сейчас все что, перетряхать что ли? Да, перетряхать. И перетряхать вы будете каждую неделю, пока хоть чуть-чуть клиент не проголосует за то, что вы что-то то делаете. Они такие, ну ё-моё. И так каждую неделю. По идее, в принципе, все то же самое, просто ну, подкрутили MBO и KPI-ки. Да, спасибо, Сергей, Татьяна. Да, коллеги, спасибо большое, очень интересные да, у вас доклады, очень много правильных методологических вещей и тех, которые именно отзываются у практиков. Да, вот про корпоративную культуру, про то, что OKR нацелены на развитие. Да, понятно, нам жизнь диктует то, чтобы мы начинали смотреть на новые инструменты, на новые, на что-то новое в нашем мире. Меняйся или умрешь. Мы все знаем сейчас новые эти постулаты бизнеса. Соответственно, если мы с вами будем в какой-то замкнутой среде находиться, мы не будем смотреть на конкурентов, мы не будем смотреть на новые инструменты, которые мы можем применять. И, наверное, в каждой компании сейчас есть что улучшить. Реально в каждой компании есть какие-то, ну или в большинстве компаний есть какие-то отделы, которые занимаются проектами. И даже если у вас регулярный бизнес, который сидит на KPI-ах, наверняка вы можете что-то найти или стимулировать то, чтобы ваши сотрудники искали и находили то, что они могут улучшить в своей компании. Всегда, в любой, в операционной деятельности, в клиентах, в технологиях, в новых продуктах. И для этого OKR, да, мы должны просто знать об этом инструменте и начинать его применять, даже если раньше у него не было, иначе мы с вами будем бесконечно следить за исполнением операционных показателей, ничего не делая для того, чтобы компания развивалась. Спасибо, Татьяна. Ирина. Угу. Да, еще вот, когда Константин сказал, свой вопрос задавал, у тебя такой, что вот мы как бы эту систему придумали, да, ее предлагаем. Самое интересное, что когда мы вот очень часто про нее рассказываем на конференции, когда идет открытый диалог, к нам, вот ко мне потом после каждой конференции подходят и говорят, а мы так же сделали, мы тоже вот как бы работали по MBO, поняли, что у нас вот здесь там что-то не тот результат, здесь, и мы тоже здесь подкрутили, очень похоже, да, мы так это не называем, но мы точно так же делаем. А вот этого мы не сделали, классно, кстати, вот это тоже будет работать. То есть это, по сути, как раз вот практики, они сталкиваются с тем, что у них что-то не срабатывает, и меняют. Интуитивно. И вот эта система, она такая именно, да, интуитивно. Это сбор лучших практик, да, того человека, который вот изначально IndieGrow, да, он решал задачу, высокотехнологичная компания, все еще в промышленной революции, а он уже в другой отрасли другая. И ему не работают те инструменты, и он просто это адаптировал. А потом это описали, Google это сделал уже как систему, да, и уже как бы потом начали уже как бы в виде какой-то концепции тиражировать, как, собственно говоря, и MBO тоже так же рождалось. Это вот, это я хотела сказать. А еще, знаешь, вот что здесь важно помнить, что сейчас приходят другие сотрудники. И сейчас вот я очень часто тоже, когда с компаниями работаю, они говорят, да мы не знаем, как вообще удержать. Вот классный пацан пришел, вообще замечательные результаты. Мы там и денег ему платим, ну очень хорошо, да, он больше не заработает. Он говорит, не, а мне что-то неинтересно стало у вас работать. Говорит, в смысле? А ты куда пойдешь? Да просто хочу что-нибудь другое попробовать, знаете, как-то меня больше не зажигает. И все, и человек как бы, ну, бессмысленно там что-то больше предлагать, его не зажигает. А здесь как раз возможность такая, что он сам определяет, что зажигают. То есть тебе как руководителю не нужно думать, чем его зажечь. У него всегда есть возможность самому об этом рассказать. Ну, вот условно говоря, да, и даже для себя это поставить, предложить, а твоя уже задача как это, ну, в общий контекст сплести, да, и вот выстроить в систему, чтобы это на цель стратегии работало. Вот. Вот да, и к, коллег, к, да, коллег, да, да. К коллегам-практикам, коллеги, очень важно. Татьяна, не слышим вас. Да? Все не слышат? Да-да, завис звук, да. Татьяна, не слышим. Давайте попытаемся угадать вопрос сами. Может быть, без видео попробовать? Татьяна, да, может быть, видео попробовать отключить. И... Хотя... Хорошо. Татьяна, ну мы обязательно еще выслушаем, когда связь наладится. Еще я продолжаю нагнетать ситуацию, друзья. Мой товарищ,
он бывший консультант, потом стал директором строительной компании. Как-то мне сказал, что, Костя, ты знаешь, вот я понял, для чего бизнес-процесс придумали, вот, чтобы люди выполняли двойную работу за те же деньги. Потому что мы, говорит, приглашаем, говорит, за то, что у них в функциях описано, а еще они участвуют в бизнес-процессах, в сквозных, там, да, то есть это некий дополнитель. Вот слушая про ОКР, да, как некие индикаторы вот, направления развития, да, у меня вообще такая аналогия возникла. Не попытка ли это, да, там, навязать, задать, еще нагрузить сотрудников, и при этом сказать, что, слушайте, мы вообще не про деньги, мы такие прекрасные, одухотворенные, значит, мечтой и идеей компании, вот, и опираемся на вашу внутреннюю мотивацию. Коллеги? Да, Ирина, микрофон. Да, вот скорее, знаешь, это вот для меня все-таки про управление проектами. Это как хаос сделать ее порядочным. То есть как бы мы ни хотели, все равно сотрудники работают и в функциях, и в бизнес-процессах. Точно так же и здесь. Как бы мы ни хотели, да, сотрудники работают в упорядоченных, да, процессах, которые, да, мы измеряем с помощью KPI, и в то же время в компании постоянно что-то меняется. Но все это удручены обычно когда? Когда вот эти изменения, они, ну, как бы мешают нормально работать, их много, да, то есть там непонятно, что тебя ждут. И вот это такая демотивация, что у нас что-то все время меняется, мы что-то все время куда-то движемся, непонятно, остановимся мы ли когда-то, зачем все это нужно. Ну, понимаешь, да, и вот у людей вот от этой сумятицы больше возникает демотивации, чем от того, что они в принципе этим занимаются. Вот. А когда они понимают, что это делается для того, что... Да, и они сами даже, выбирая из 5 пунктов, выбрали, что это сейчас наиболее важно сделать, сами определили, что для того, чтобы это сделать, я могу вот этот вклад нести, и сам же для себя поставил цифру, за которую я готов ответить, да, и понимаешь, да, то есть вот в принципе как раз вот пропадает вот эта многовариантность, которая человека, ну, вот, вымораживает. Но это вот мой взгляд. Спасибо, Ирина, да. Сергей, да, хотел. Угу. Слушай, там я как бы пытаюсь как-то нестандартно ответить. Как это сработало на нас самих? То есть мы же всегда на себе вначале экспериментируем, как это, как вот вакцину, когда разрабатывают, вначале на себе попробовали, а сейчас к августу вот к нам вакцина приходит. А что-то года два назад вот мы впервые поставили сами себе цели на старте, а чисто психологически очень страшно, ну там говорят, возьми больше на себя цели, чем возможно. А когда мы начали по ним работать, там фишка какая-то, магия с мозгом происходит, OKR упорядочивает вот то, о чем Ирина говорила, делает процесс работы с неопределенностью более определенным. То есть вначале это вообще кажется, как я могу не поставить метрики и хоть как-то задачки-то себе не прописать. Ну как? Ну это же как первые шаги. Ну вот завтра я проснусь, первый день квартала. Что мне делать-то? Я даже вот вообще... То есть, короче, уровень страха высок. Но дальше появляется вот этот процесс. Раз в неделю ты набрасываешь себе, по сути, уже конкретные задачки на неделю вперед, потом... Короче, появляется процесс, который тебя успокаивает. Да все нормально. Ну, как бы не так оно страшно. И магия OKR, которую я на своем мозгу вначале почувствовал, психологическая, что... На самом деле миф это, что OKR заставит тебя больше работы делать. Они, оказывается, заставили меня отказаться от всякой, как-то без мата это сказать, от всякой фигни, которой я раньше, реально раньше занимался, думал, ну, это, я же хороший пацан, я должен вот с тем помочь. Вообще я вот много всего делаю. Я обнаружил, что я столько всего делаю, что вообще в принципе-то не нужно ни компании, начал отказываться от лишней работы. И то есть, ты просто меньше делаешь ненужную работу, больше делаешь нужную. И первое, то есть у тебя мозг успокаивается, и ты начинаешь фокусироваться на задачах, которые реально и тебе важны, и компании. Как следствие, но многие, так, я как бы, но это понимаешь не сразу. На старте вот все, кто посмотрел только ролик на Ютубе про OKR, думают, блин, ща как их взгрею этим океаром, как они в 3 раза больше сделают. Да, так происходит. Сергей, я прям полностью с тобой согласна. Вот. А еще есть еще, на самом деле, много хороших книжек про OKR. И одна из таких – Дэн Монтгомери. У него книга называется «Start Less, Finish More».
То есть меньше начинаете, заканчиваете больше. Как раз про OKR. Причем он вышел, он был сотрудником института системы сбалансированных показателей, главный институт, и очень много у него было проектов, и он видел, что они 2 месяца разрабатывают вот эту вот стратегическую карту, и все-все-все, ситуация поменялась, уже все не актуально. Поэтому вот он перешел, собственно, в OKR, и как раз OKR позволяет более динамично и более гибко подходить ко всему и максимально фокусироваться. И вот то, как вот Сергей сказал, вот полностью согласна, отшелушивается то ненужное, лишнее, что мешает, потому что ярко высвечивается то, что по-настоящему важно. Но для этого, опять-таки, важно, чтобы OKR шли не сверху прописывались, как лекарство, а чтобы они снизу шли, чтобы был все время диалог. Все-таки без изменения культуры OKR не будет работать в полную силу. Но есть хорошая новость, что когда компания начинает по OKR жить и не ломать его под вот старую систему, а стараться именно в соответствии с принципами OKR жить, то у них корпоративная культура начинает меняться в сторону более партнерской, более коучинговой, более осознанной, когда появляется больше осознанности и ответственности. Так, у нас, по-моему, пропал Константин. Да, Костя куда-то пропал. Да, но я вижу вопрос в чате. Давайте мы тогда сами, может, на самоорганизации, да? Вот Павел спрашивает, в чем отличие работы по OKR и классической работы по проектам развития? Кто из вас? Кто готов? Ну, если я могу ответить. Да, Ирина, как спец по управлению проектами. Да, я могу сказать, что я не вижу отличия. Я вижу, что OKR – это хороший инструмент, который поможет более эффективно сделать вот эту систему развития, потому что OKR помогают как в целом, да, поставить цели для этой всей системы, именно в системе OKR, то есть нацеливаясь на стратегию, понять, какие, в принципе, направления сейчас и проекты нам нужны для того, чтобы это достичь, да, то есть фокус определить, так и внутри этих проектов выстроить систему целеполагания по OKR. Вот, то есть обычно, когда компания начинает, и вот компания Dodo Pizza, они как раз хороший пример для этого, да, когда они внедрили систему OKR для себя на уровне компании, на уровне ее основных отделов, теперь все проекты, которые отделы ведут для реализации своих OKR, они ведут тоже, ну, OKR, то есть вот. Да, друзья, у меня тоже были технические проблемы. Мы уже продолжили отвечать на следующий вопрос. Да, как раз, наверное, ответили Павлу, да, который задавал. Да. Но можно я еще чуть-чуть прокомментирую, кстати говоря, вот продолжу то, что Ирина сказала. Нас часто спрашивают, а как лучше начать внедрение, сразу во всей компании или на каком-то кусочке, да? Здесь нет одного правильного ответа, каждый раз вы смотрите, ну, что лучше для вас, но есть много хороших примеров, когда как раз выбирают пилотный проект развития один, на нем апробируют систему OKR, да, вовлекая небольшое количество людей. Несколько циклов проживают, смотрят, ага, вот, все, мы теперь поняли, как это работает, и потом уже начинают расширять на всю компанию. Поэтому проект развития – прекрасный плацдарм для начала. Да, я вижу, что мне вижу в обсуждении, что есть еще такой вопрос, что у нас очень мало примеров, да, и у нас пока все звучит как такие теоретические выкладки, хочется пощупать. Ну, вот просто вчера как раз слышала рассказ Dodo Pizza про их внедрение. Они говорят, вот стоит задача повышения маржинальности доходов компании, и они, соответственно, думают, да, как подразделение, какие проекты, да, что им, какие OKR они перед собой могут поставить для того, чтобы эти OKR были выше. И, например, отдел логистики понимает, что одна из потерь, которая происходит по их причине, это то, что продукты, приемка продуктов осуществляется в дневное время, тогда, когда идет максимальный наплыв покупателей, вместо того, чтобы их обслуживать, значит, идет приемка товара. И они разрабатывают, ставят себе OKR, изменить систему доставки продуктов так, чтобы это не отвлекало часы пик, да, в самые продуктивные часы, когда заработок идет. И они сделают проект по ночной доставке. И сейчас в сеть Dodo Pizza доставка продуктов идет ночью, причем водитель сам, да, то есть уже договора, это уже, ну, реализованный проект, разгружает, когда нет никого, то есть он открывает склад, разгружает, оформляет все документы, и с утра, приходя на работу, сотрудники уже имеют полный дневной комплект для обеспечения, ну, как бы себя на день работы. Точно так же еще одни были потери, это на формирование заказа, пиццерии. То есть тоже нужно же посчитать, сколько чего нужно. Был сделан проект автоматизации системы заказа для, ну, как бы, сотрудников.
сотрудников, соответственно, заказ теперь автоматически формируется, исходя там нормативных остатков, расчета там потребления, то есть система сама считает, люди на это время не тратят. Вот. И причем это делается, естественно, во всей сети, мы знаем, сеть огромная, там и в многих странах. Вот. Это примеры. То есть, получается, есть проблема, есть стратегическая цель, да, стать самым эффективным бизнесом, да, самым масштабным сети пиццерий. Есть для этого задача, да, там, повысить клиентский сервис, повысить, потому что это же франчайзи, да, вот, и, соответственно, вот уже начинает каждое подразделение самой компании думать, что оно может для этого внести, само определяя цели и проекты. У меня пример такой был, я сотрудничал со строительной компанией, тоже не называли это ОКРом, но у них была очень интересная практика внедрена. Это такой монитор состояния как бы показателей на площадке. То есть они примерно раз в неделю встречались, простая Excel-ка, в которой каждый дом, ну, они там, коттеджное строительство, да, они рассматривали с точки зрения, отстают, не отстают по срокам, все ли платежи, соответственно, там от клиента поступили, находятся ли в бюджете. И светофорчик такой легкий, то есть желтый, красный, зеленый. История, да, то есть красный — это вот они куда-то перешли в негативную позицию, желтый — это внимание, да, наступает срок, ну и там зеленый, если идет все по графику. Вот год они просто встречались, никакой не мотивации, ничего, просто обсуждая, вот кто в какой зоне, и общий был процент, кто как рейтинг тех, кто вот в красной зоне, да, больше, вот. Тоже без комментариев. То есть я вот на всех этих совещаниях был, это просто был именно вот такой как отчет. За год им удалось сократить 150 500 часов отставаний. Вот. Вот абсолютно без там копейки на премирование, да, и более того, это превратилось в игру определенную, да, то есть все в это включились, причем это не там высший менеджмент, ИТР и там, да, и так далее. Это прям прорабы, да, это ребята, которые очень, очень конкретные, с очень там приземленными принципами такими мотивационными и так далее, да, вот, но они включились в эту игру, они там, у них это было там как-то, начал там позорно быть там в красной зоне, там, да, они видели, кто тянул вообще всю команду, и там перед собственником было неудобно, что вот опять в красной зоне вот такой-то процент, да. То есть это превратилось в некий вот принцип, и, ну, в такой вот элемент работы, обсуждения. Ну, собственно, мы дальше эту практику продолжали просто на другие подразделения, на другие команды. Но вот начали они оттуда, и они вот получили достаточно твердый результат, вот, измеримый в часах, просто, да, фиксируя прогрессы там на недельной дистанции, да, по там нескольким показателям. Вот, ну, вот такой. Спасибо большое за этот пример яркий, Константин, да, потому что, вот смотрите, очень часто мы сталкиваемся с таким заблуждением, что OKR – это про то, чтобы поставить цели по OKR и забыть. А вот про эту как раз систему еженедельного измерения прогресса в книжке Джона Дора не написано, поэтому ее часто даже просто упускают из виду. А это ключевой момент. Спасибо большое за Константин, потому что без этого OKR не работает. И вот Рушана спрашивала, да, ну, я там так быстро же говорила, там, является ли там внутренняя мотивация и нематериальная одно и то же. Нет, внешняя мотивация тоже работает. Вот та, про которую Константин сейчас рассказал. Внешняя мотивация, моя социальное давление, мой рейтинг. Угу. Да, и я еще увидела комментарий от Руслана Юсупова в чате, что Константин, похоже, пример Константина звучит как про KPI для стройки, а чейнджем занимались, чтобы привести показатель в норму. Это, кстати, для OKR совершенно нормально, то, о чем Наталья говорила. То есть, когда есть показатели здоровья, они определены, и мы видим, что они у нас не в норме, это становится для нас чейнджем, то есть очень классическим целям по KPI. Нам нужно привести их в норму, тогда они перестают быть OKR-ами. Вот, тогда OKR становится следующее. Потому что какой смысл заниматься развитием, условно говоря, да, если ты, ну, болен вообще?
Вот. А поэтому для тебя должно быть вызовом сначала себя в порядок привести, а потом уже дальше можно и развиваться. Кстати, вот Ирина как раз переводила статью, когда пандемия началась, да, тоже же это все вот прям было, прям интересная статья хорошая, можете найти у нас на сайте, что если, ну, как бы в обычной жизни OKR ставится там, где вот есть норма и хочется прям вот туда, да, в прорыв, то во время пандемии OKR надо было ставить, как нам войти обратно в норму, как нам из этого, из ямы, да, выйти на прежний уровень. И вот это становится океаром. Угу. То есть все на уровне здравого смысла. То есть на самом деле никаких там фантазий заоблачных. То есть что нам нужно сделать, чтобы все было, в общем-то, нормально? Угу. Сергей, может быть, прокомментируешь тоже. Ну, да, я пытался как раз вот в докладе показать, что чем более зрелые компании, тем действительно, как девчата говорят, область применения OKR – это давайте вот эту косточку у персика вначале отдраем так, чтобы она крепкая была и дешевая, как бы максимально автоматизированная и так далее. Но я показывал специально пример, что даже в таких отраслях начинают работать над мякотью, то есть новые каналы продаж, квартиры продавать по, блин, по цифровому каналу, делать двери вот в Торексе, делали нестандартные двери, для них это тоже вот новые совершенно услуги. Ну и, соответственно, если более молодая отрасль, типа финтехи, IT-компании, там, наоборот, очень много вот про создание нового, сильно меньше про... Многие, знаете, вот даже мы вот Scrum Track много лет мирились со своей не очень эффективной, очень дорогой, не очень как бы вот этой внутренней частью, косточкой, потому что одно усилие по развитию новых продуктов приносило большую отдачу, чем час, потраченный на то, чтобы научить там наши внутренние подразделения 1С-кой пользоваться. Поэтому как бы забивали. Но вот сейчас кризис бомбанул, и все такие, так, надо бы, наверное, с косточкой разобраться. И вы в OKR себе это поставили, да? Да, да, то есть много сейчас в этом году мы в том числе и над косточкой работаем. Вот для меня OKR, какая метафора, это фонарик. Вот вы приходите в темноту, там много всего, и вы фонарем высвечиваете. А что сейчас самое критически важное? И вы фокусируете внимание всех. Там в темноте еще продолжают каждый копошиться, заниматься еще своим, но вот этот яркий свет, он прям притягивает, да, внимание всех и позволяет поэтому, ну, прямо усилить вклад и поэтому достичь более значимых результатов. И у нас Татьяна появилась. Татьяна, наша дискуссия уже ушла, но, может быть, ваш тут комментарий еще актуален. Коллеги, я, знаете, я бы хотела добавить очень много вопросов по поводу того, как связывать OKR, все-таки связывать, не связывать с материальным поощрением, что при этом делать с KPI. И, ну вот, практика моя личная, да, она говорит о том, что, ну, наверное, в тех подразделениях, которые отвечают за операционную все-таки больше деятельность, или хотя бы какие-то элементы этой операционной деятельности в этих подразделениях есть, то, наверное, лучше оставить им KPI, и пусть они получают свою регулярную премию за то, что бизнес у нас здоров, как все уже сказали, а вот все, что OKR, все, что проекты, улучшения и так далее, ведь можно выводить в проектное премирование, каким-то образом его настраивать в собственной компании. Миллион тоже может быть каких-то вариантов настройки этого премирования. Ну, действительно, действительно отдельная тема. И пользоваться этим механизмом для того, чтобы поощрять действительно людей за там, те сверхусилия, которые они там, предприняли, за тот результат, до которого они жаждут, который позволяет бизнесу развиваться и там, делать что-то новое, да, и быть впереди других. Да, да. Тут самое главное, просто действительно, так как люди сами себя ставят цели, а не сверху им, да, вот я бы все-таки к просто цифрам добавила бы еще что-то типа там 360 и так далее, да, для оценки всеми. Это на самом деле была амбициозная цель. И прямо сверху... Это вопрос настройки как раз этого проектного нашего премирования, что мы считаем амбициозными целями, за что мы премируем, и это все, в принципе, в системах компании может быть прописано. Да, и только на командном уровне, не на индивидуальном.
Потому что мы несколько раз и с нашими менторами тоже общались, что и как только вы делаете на индивидуальном уровне, да, плюс то людей тогда полностью просто слипается вот KPI и OKR, они не могут это различить. Да. У нас есть интересный вопрос появился от Рушаны. Давайте его, наверное, последним сделаем, завершающим, коллеги, вот, потому что у нас уже перерыв сейчас должен быть. Наталья, спасибо за помощь, да, а то у меня... Так, я думаю, что у нас у всех есть ответы на этот вопрос. Может быть, тогда там и от Сергея, и от нас какой-то пример. Мне сейчас прям первый всплыл как раз как компания, где мы вначале внедрили OKR, а потом государство им сказало внедрить KPI. И могу очень кратко рассказать, как мы сессию проводим на этот счет, если интересно. Поставьте плюсики, кому этот пример интересен. А Сергей, какой-то у вас тоже наверняка есть пример, да, как процесс? Я просто читаю этот длинный вопрос. Да. Можно тогда начну отвечать, тогда я уже прочитала. Смотрите, во-первых, важно определить, кто участвует в сессии планирования. Да? Во-первых, на каких уровнях вы ставите. И обычно мы начинаем с уровня компании, если мы уже всю компанию включаем, да, ставим цели компании, а потом, ориентируясь на цели компании, подразделения ставят свои цели. Так вот, в формулировке целей компании участвуют тоже как руководители подразделений, так и ключевые сотрудники. Но здесь, конечно, есть оптимальный размер группы, да, для вот такого мозгового штурма, но и уровень осознанности, да, остальных сотрудников. А если у вас есть OKR-коуч или OKR-амбассадор, да, как вот ребята называют, то вы можете собрать мнение вообще со всех, с тысяч человек, да, всех сотрудников, собрать, кластеризовать и выдать управленческой команде. Но на самой сессии, конечно, оптимально, ну, там у нас максимум, по-моему, было там 30 с чем-то человек на заводе, да, это прям совсем максимум. И собираются все идеи, да, а на чем важно сфокусироваться в этом квартале? После того, как мы определили, у нас есть стратегия, да, на чем важно сфокусироваться. Все идеи собираются, и дальше они сортируют, люди сами их сортируют, что это наш run, а это наш change. И потом они из change голосуют и выбирают 2-3, ну, иногда все-таки это, иногда 4 самых критически важных, на чем они будут фокусироваться в этом квартале. И это у них идет в OKR. Точно так же, после того, как им государство, потому что это автомобильная компания, как раз вот сама «Авто Узбекистан», про которую Сергей рассказывал, когда им заставило государство внедрять KPI, то они теперь берут Иран тоже, точно так же они кластеризуют, смотрят, и смотрят, вот что из этого, какие метрики из этого мы, ну, прямо берем в наши KPI, да, и отслеживаем, что из нас показатели. Многие из них, они требуются государствам. Итак, у нас вот эти две системы появляются уже на первой сессии. И дальше, ну, RAN KPI, он идет, ну, как бы уже в обычную операционку, да, а над OKR продолжается следующая работа. То есть формулировка objective, такая вдохновляющая. Дальше тщательный подбор, набора ключевых результатов по смарту как раз, которые будут четко измерять достижение цели. И после этого следующий этап уже подразделение ставит свои OKR, вот опираясь на них. Ну, вот такой пример. Я прямо рассказала, как сессия проходит. Сергей, Татьяна, Ирина. Может быть, от вас. Коллеги, когда у нас идет, тоже могу добавить, что у нас, когда сотрудники выступают с инициативами, да, за которые, может быть, они потом, мы понимаем, что, может быть, они рассчитывают на то, что их поощрят после того, как эти инициативы они реализуют, то компания, там, какие-то руководители, ключевые компании, они договариваются с этими сотрудниками о том, какой результат компания хочет видеть, какой результат ей интересен, да, за что мы готовы платить, нужны ли ресурсы дополнительные, там, они могут утверждаться, например, проектным комитетом каким-то, нужна ли команда для того, чтобы этот проект делать. Но договоренность, она может уже на начальной стадии этой инициативы о том, что вот такой проект, вот такие у него будут результаты, вот такой профит для бизнеса или новые продукты или что-то еще. И компания, да, она готова там какое-то вознаграждение команде проекта или инициатору или еще кому-то там, да, сделать. И это всегда вопрос такого контракта. И сотрудник, как бы, да, и сотрудники об этом знают. И они знают о том, что проявляя инициативу, улучшая компанию, улучшая процессы, улучшая продукты, они могут, в общем, и, ну, как материальное признание в том числе получать. Понятно, что это не отменяет и всего другого признания, морального и так далее. Сергей?
Я только дополню, там вот еще второй вопрос у Рушаны, ну там два вопроса смешалось, типа действительно ли это все работает, если менеджеры вовлечены и как бы, короче, крутые. Да, на самом деле, смотрите, наоборот, там же как бы вот самый ключевой заинтересант, короче, чаще всего за океарами приходят генеральные директора, и они приходят с понятной проблемой. Ребята, я настолько весь в операционке по уши, потому что там никто снизу ничего сам сделать не может, все на подпись мне, вся ответственность на меня, ну, как бы, классическая история. А я, по идее, вообще-то развитием, то есть я мякотью должен у персика заниматься, а я с утра до вечера вот этой косточкой. И там другие вопросы, вот то, о чем говорили, карьерных лифтов нет, то есть кого повысить, и в обратную сторону, где у меня тут бездельники, черт ногу сломит, я ничего не понимаю, то есть как бы сделать, и они видят как раз в этом инструменте высвобождение себя, то есть почему не сделать так, что мои менеджерские функции, ну типа раздавание задач, там с плеточкой кого постегивать, пусть сам процесс это делает, там же так и работают, люди сами себе как бы набирают метрики от целей самой компании, сами себя плеткой стегают каждую неделю, то есть на самом деле наоборот, это все, как бы, как это все работает на то, чтобы менеджеры наконец-то занялись более важными вещами, чем управлением людьми и представлением их как корабли на галере. Тут как бы фокус вообще в другую сторону. Надеюсь, ответил Руша. Друзья, у нас время. Знаете, позволь себе ремарку такую. Вот KPI, на мой взгляд, в России очень сросся с системой премирования. Хотя европейский подход абсолютно всегда был иной к KPI. Вот. Это действительно некие индикаторы, да, по которым идет коммуникация, взаимодействие и так далее. И вот сейчас мы тоже, да, вот мы с вами выступаем на конференции общего вознаграждения, да, и тема у нас здесь OKR, KPI. Ну, как бы искусственно мы вплели эту тему в систему вознаграждения, да, с вами. Вот, и отсюда такой контекст, как бы, и нам приходится с вами там оправдываться, да, что это вот не KPI подразумевает, что это не система премирования на базе KPI там, да, вот, и так далее. А это действительно, скорее ее рассматривать как система управления, да, это целеполагание, это культура, это организация ритмов в компании, да, это система обратной связи, то есть это прям, ну, комплексная система управления, подход к тому, как управлять деятельностью в компании, то есть это очень широкая тема, там, которая, ну, если связана с мотивацией, то в очень узком, как бы, контексте, вот, и в этом смысле это действительно такая эволюционная сейчас оформленная продукт уже решения, вот, к которому пришли компании, просто как бы натыкаясь на грабли вот таких там жестких классических методов и подходов. Да, согласны, коллеги, вот, может быть, да, с такой подводкой небольшой. Вот. Большое вам спасибо всем участникам. Спасибо. Да, супер. Спасибо. Спасибо, коллега. Да. Да. Спасибо большое. Всем хороших еще полутора дней. Да, прерываемся, все участники, прерываемся на 15 минут до 13:15 и продолжаем сегодняшнюю с вами конференцию.